Мясо свинина 189,90. Светофор. Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Вот такое мясо хорошее. Кому нужно, приезжайте, покупайте. 189,90. Так. Лук индейки 157,90. Очень хорошие. Я брала необыкновенные. Наконец добралась до светофора, выбрала уже из уже выбранных, но еще там можно выбрать мандаринчики 69 рублей. Отзывы были хорошие, сказали, что люди брали несколько раз, сладкие очень. Ну вот и я сегодня взяла. Так, баклажанчики лежат, что-то никто не покупает, 140 рублей 40 копеек. Вот такие баклажанчики. Редис Израиль 81,90, яйцо 199, 3 десятка. Вот такие бульонка с декором 16 диаметр, цена за 400 миллилитров, она на 400 миллилитров, вот такая бульонка 75,60. И набор стаканчиков 6 штук. Вот они, смотрите, здесь за 6 штук 261 рубль 50. Дно у них разноцветное, синее, красное, белое, прозрачное. Вот такие стаканчики там на палетах стоят. Тушка утки 368,50. Такой кондиционер для белья, жидкий кондиционер для белья 2,7 литра, 185,70. Вот такой, да, он жидкий очень. Я делала видео, до этого не было цен. Томатная паста, золотой томат, 25%, 1 килограмм, 116 рублей. Вот за эту баночку. Есть паста, есть пюрешка. Вот такая, смотрите. Золотой томат. И есть вот такой томатное пюре, 950 грамм, 83,50. Премьер. Цен не было до этого, когда я приходила. Так. Также не было цен на сок, когда я приходила. Вот на это 2 литра соки. Яблоко, мультифрукт, яблоко, виноград, вишня. 99 рублей за 2 литра 80 копеек. Вот они. Так, виноград, яблоко, виноград. 99,80. Цены уже есть. Уже давно поставили. Просто я только пришла, увидела сейчас. Ну вот и все, наверное, что из этого новенького. Нектар вот такой. Иваныч, персики, яблоко. 2 литра. 89 рублей 90. Вот он. Так, это мультифрукт 99,80, да, за 2 литра. Сковороды, я уже показывала, вок 28 диаметр, высота 99, 1100. Это все я уже показывала. И кастрюли вон там сейчас. Идут. Вот они, кастрюльки. 1253,40. Вот такая кастрюлька. Желаю всем здоровья, прежде всего, самого хорошего. Так, конфитюр 116. Манго-ананас за 550 грамм. 116,80. 117.
Дальше малина черника 116,50. Все. Желаю всем здоровья. Пока-пока.